стала дебютным для коллектива из детского сада «Аленушка». Харисам по 4-5 лет. Первая песня, исполненная на большой сцене, про осень. Готовились, у них как раз дети у нас подросли до такого возраста, что у них появляются певческие способности. Вот. И мы с лета готовились, мы долго пели, все получилось. Я думаю, на сцене у нас все получится. Ансамбль «Веселые нотки» чуть постарше, здесь уже не новички. Против осенней песни «Аленушки» выставили свои «Веснушки». Конечно же, ждали этого праздника. Многие дети, я вам даже скажу по секрету, даже с кашлем, но все равно сегодня решили выйти и помочь нашему коллективу выступить достойно. Чтобы на сцене 3 минуты прошли идеально, работа кипит за кулисами. Последнее наставление, закрепление бантов и галстуков и папин поцелуй на удачу. В этом году название лучшего претендуют 33 хора из всех муниципальных садиков Батайска. Детей надо на сегодняшний день не только учить, но развивать, показывать людям, потому что столько радости, столько задора, столько родителей, несмотря на рабочий день. Зал заполнен, вы видели, более 500 родителей. Выступление каждого коллектива зрители встречают овациями. В зале нет случайных людей. Все фанаты и поклонники юных исполнителей. Настраивала, чтобы не волновалась, улыбалась. Слова вчера, не знаю, пропевали много раз, на камеру снимали, все репетировали, по-настоящему все делали, старались. Я думаю, все будет хорошо. Я волнуюсь больше, чем она. Победителей определят в 2 номинациях – детская песня и народная песня. Жюри оценит и сценический образ, и вокальные данные, и общее впечатление от выступления. А кому-то достанется приз зрительских симпатий от народного жюри. Елена Арибжанова, Сергей Вишняков, Дон-24, Батайск.